Украинскому футболу сегодня 128 лет. В этот день, в 1894 году во Львове, состоялся первый в истории нашей страны футбольный матч. Игра собрала около 3000 человек. Тогда лицом к лицу встретились команды из Львова и Кракова. Поединок завершился со счетом 1-0 в пользу львовян. Игра длилась до первого гола. Обыграть польского вратаря удалось 16-летнему студенту учительской гимназии Владимиру Хомицкому. С тех пор украинский футбол пережил массу перемен. Мы видели фатальные поражения и судьбоносные победы, такие как прохождение национальной сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира в 2006 году и Евро-2020, Кубок УЕФА, завоеванный футбольным клубом «Шахтер» в 2009 и, безусловно, победа молодежной сборной на чемпионате мира в 2020 году. Ежегодно 14 июля Франция отмечает главный национальный праздник республики – День взятия Бастилии. Ее штурм считается началом Великой Французской революции. Бастилия представляла собой тюремный замок в Париже, в котором отбывали наказания политические заключенные. Для французов она служила символом страдания и обреченности. Взятие Бастилии стало одним из главных событий Великой Французской революции и символом победы над королевской властью путем согласия и единения французской нации. Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося художника Густава Климта. Детство великого живописца прошло в венском предместье Баумгартен. В 14 лет подающий великие надежды юноша получил стипендию в Венской школе прикладного искусства. Обнаженная женская натура стала одной из самых популярных тем для художника. Пожалуй, Климту, как никому другому, удавалось изобразить женщину откровенно сексуальной и чувственной, но при этом без намека на пошлость. Он написал 230 картин, и многие стали знаменитыми шедеврами. «Поцелуй» — одна из них. Не менее знаковая картина Климта — портрет Адели Блохбауэр I, известная также как «Золотая Адель» или «Австрийская Мона Лиза». Произведения Густава Климта представлены в частных коллекциях и лучших музеях мира. А каким будет 14 июля 2022 года, зависит от каждого из нас.